Так, лок, принимай сумон. Все, винст, ставишь шкаф, сумон весь рейд. ТФК меня нахпало 4-3. Тыкаем на сумон, сумоним людей. Че, меня хатомите? Наверное. Не знаю. Без разницы вообще. Так, кому интересно, после этого рейда пойдем резкую обычку. Двадцать пятку, конечно. Так, давайте по бафам, значит, протопал 4-й пати, бафаешь каски, ктулгалы, кулаки, бутай, холипал, кресты. Чем могу быть полезен? Добро пожаловать, герои! Пристабав. Да, пристабав, пожалуйста. У нас пристов нету, блять. А, не беспокойтесь об этом бафе. Просто бейте. Давай я что-то зайду. А что, давайте рыбу поставлю. Рейд 6.5. Проблем быть не должно. Пещер грозовой гряды. Прям 6.5. Просто бейте. Напишите в РК, если вы не на свой спек рулите. Не чита героям Альянса Тирион. Сейчас напишите. Я видел и более достойных. Кто танчит? Ты кто еще? И протопал. Наше время паладин. Так, это протопал, дай бог на меня медведь. Бейте мелких гусей. Дайте кто-то бог, кто знает, что это такое, возьмите. Я правого, ты левого. Использовать эту способность.
скоро кинется дебаф на меня. А вот. Кто еще зеленый там? Нормально. За спину зайдите, моба. Все, второго бейте. Где ты бегаешь? Стой, ко мне, ну... Ну чё постоишь? Когда кидается на вас зеленая херня, вы должны сразу к танку подбегать. Проводи босса. Не стойте в луже. Протопал с 30 хп. И что, проблема? Блять, река он столько же. Так, что там с первого босса триник не падает, да? Отбегаем в бок. Чё, вы отбежать не можете? Два роги и это лапа предка. Алло. Криворогий, потому. Ну тогда минус 50 крову. Не успел, нет такого, не захотел, есть такое. Здесь дается ускорение, вон, на всех, даже на петах, блять. Чудовища повержены! Как дела? Сейчас великий чернокнижник Вильфред Непопамс призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою! Теперь, смельчаки, я приступаю к ритуалу призыва. Когда я закончу, появится грозный демон. Готовьтесь к забвению! Ага! Получилось! Маги, у вас трое, бросаете весь ДПС и диспелите стаки с босса. Ты покорен мне, демон! Ой, ты видел магов ДПС? Ничтожный гном!
тебя погубит твоя самоуверенность. Если не будете диспелить. Я главный! Стаки, то я посмотрю рассеивание. Быстрее, герои! Расправьтесь с повелителем демонов, прежде чем он откроет портал в свое темное царство! Перед вами Крацус, эреданский повелитель пламенного легиона! Один маг диспелит, что ли, я не понимаю. 10 стаков появилось, сразу диспелить втроем. Силы ролем. Тем, кто смеет беспечно играть с темной магией. Я писал. Вуди читер. Да. Подлые собаки Альянса. Вы выпустили повелителей демонов на воинов Орды? Че, боишься к ней бомрой? Альянсу не нужна помощь повелителей. Ты же слабее Зенрола. Чтобы справиться с ордынским отродьем. Тише! Пиздец, ты наебщик. Никакого заговора. А сколько это у меня стоит? Чернокнижник... Хуй знает. 3 как бы. Да, блядь, не годи. Как не 200, блядь. Добрый день. В следующем бою вы встретитесь с могучими... Чё насчёт боешка? Серебряного авангарда. В конце. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо. Если кому-то нужно будет вещи, типа... вот этого. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Ну, если там много кому надо будет, то паролем. Если одному там человеку. Ну, в конце тогда паролем. Так, лог. Дерево. Изгнание, страх по очереди. Так, я попробую вара подержать. Протопал. Ты держишь ДК. У кого еще танк есть? Первого будем бить звезду. Второго кружок. ДК вытянет звезду. По остальным, значит, Вуди будешь давать вихрь. Буду не бойся. По шаману играем. Ну и там по ситуации. Значит, два разбойника для вас. Разоружение по очереди на крестик. Это ретрик. И стан. Ослепление и так далее. Все вот это говно.
вы вдвоем на него играете, чтобы он не шел в рейд. Яды намажьте на замедление, всю хуйню. Ну, так как престов нету, маги. Ну, с себя диспелите проклятие, что там, новые даете. Хилы диспелят с рейда, все. Холипал, Актулгалы и протопал тоже по возможности диспели, кто рядом. Все, чек на пол. Вары даете фир в толпу. Только не сразу, с пула кто-то один, и потом по ситуации. Так, все, тяни звезду, поехали, танки. Беги, малышка, беги! Я постараюсь вывести. Вот рога череп. Фир диспел. Диспельте рост с них фир. Маз диспел прейд. От черепа отойдите, маз диспела нету. Христов нету. Отбегайте с центра от черепа, от рога. Может убить вас. После звезды кружок. Даем дизармы там и так далее. Так, вары я там не держу, короче. Не сейчас. Жалкое зрелище. Так что, имейте в виду треугольник. Жалкое зрелище. Кого бьем-то? Кружок. Бар ходит, поедет, бьется. Отбегайте от него. Ну хули я сделаю, два танка. Уже будете стоять с ним, блядь. Отбегайте, хули вы стоите. Так, после кружка этот... Кружок бейте. После кружка будете крестик бить. Прохил. Вары, дайте хилам фир, чтобы не поменьше хилили, то вы так долго будете бить. Короче, падайте. Беги, малышка, беги! Встаньте в кучу, падайте, садитесь в одну точку, вон к роге подойдите, к черепку. Давай приступим зайду. Залетайте в инст. У кого есть спек танка плюс, а кто в голове, у тебя танк есть? Когда я говорю, у кого есть спек танка, вы все молчите. Спекайтесь в танках. Пухляк. Спекайся товар, да? Спекайся про товара. Так, ВВ. Шмотки танка есть. И спек у тебя. Спекайся в какое-то ДД там, включая власть льда. Сейчас будешь таунтить мобов и кидать оковы. Так, получается протопал солчата, я, ВВ и пухляк. 4 танка. Еще нужен кто-то. Давайте шкаф. У кого еще спеки есть? Эрил, я рогу и пол ДК могу потанчить. Это кто? Это Мазенрат? Не, это протопал, то же самое.
Ну да, ты помогай там. Кого-то видишь, кто в рейд бежит. А, так. ВВ власть, да, так. И Пухляк. Пухляк там дилку повеши на этого. На протопала с 4-й пати, чтобы у тебя таунт обнулялся. И кидай по КД таунт в миликов, которые будут уходить в рейд. Лок, ты тут? Поставь шкаф. Тыкните. Привет. Дайте бафу сразу пришло. Победив их, вы заслужите достойную награду. Значит, для тупеньких объясняю. В этом бою нет агро. Мобы каждые 5 секунд срываются на ближайшую цель. Агро, ну то есть у них нет, они рандомно выбирают цель. Либо, ну, обнуляют просто список агро свой. Метки ставятся на миликов. От миликов надо отбегать. Если они идут в рейд, соответственно, вам нужно отбежать. Дать фростнову, дать овцу. Блин, кануться, нажать глыбу. И если вы будете дохнуть, как нубы, как, ну, в первый раз там два танка было, то здесь, ну, здесь просто невозможно сдохнуть с четырьмя танками. То же самое, лок. Луна. Значит, вар. Вар будет держать ВВ. Твой квадрат. Тири будет держать этот протовар пухляк, который твой ДК. Так, где там еще? Рога. Рога будет крестик. Это будет протопал держать. И ретрик. Ретриком займусь я. Так, вот, ретрик это мой. Каску будут бафать, нет? Будет бафать протопал с 4-й пати. Спит, походу. Ну так бафнет сейчас, наверное. Разбойники. Так, кто там у нас? Вам, короче, черепок это прист. Сбивайте каст по очереди. Давайте стан по очереди. Он, ну, хорошо сбивается там все. Так, первым будем бить, как обычно. Первым будем бить Лока. Вторым Ханта. ДК Мазенрат, притянешь Лока в рейд. Все. А я кого? Я ретрика, да? Все, чек. Побежали танки. Слишком далеко. Звезду притягиваем в рейд и бьем. Беги, малышка, беги! После звезды кружок. Отбегаем от ромбик. Звезду сильнее бьем, диспелли. Кого? Кружок. Диспел, фир. После кружка крестик будем бить. Ой, череп. А вы... Давайте быстрее кружок. Фир диспел.
Диспелите с приста этого, с кружка хоты. Его там хилят 10 хилов. Вары, дайте фир толпу этих пидоров. Чтобы они не хилили, блядь, рейд так. Вот заебись. Череп все переключились. Чё, Киринто, стоишь, иди, хуярик. Фир, диспел, плиз. У меня уже маны нету, у вас диспел. Давай, я тебе залью маны. Всё, добивайте этот босса на череп. Потом будем бить звезду. Звезду все уничтожаем. Беги, малышка, беги! Потом луну будем бить. Давайте луну бьем. Что больше ярости. Даем там сало, ему забиваем каст. Вот дорога протопала, молодцы. Ой, протопал протовар. Во кого? Давайте мага. Маг в текстах. В текстах? Ну давай попробуем его отвести так. ВВ, он на тебя смотрит, походи где-то в другой стороне. Сейчас он выйдет. Тогда бейте вара пока. Вышел. Вышел, но пока вара бейте. Потом мага. Давайте этого, кто там, ДКшника, треугольник. Вроде залей маны. Не заливал. Кому, мне? Да. Я залью. Сейчас 3 секунды еще. Уже добьют и так. Входим к воротам. После сегодняшних потерь мы стали слабее, как целое. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобного? Так, давайте. Два трофея ролим. Ради чего? Истинная опасность еще впереди. Нас ждет. Два первых по ролу скажете, кто ники. Ухляк. Я Ктулгалы. Сейчас я Ктулгалы передам. Так, пока еще босса убьем. Здорово! До встречи! Исплатившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам подымаются... Так, протопал там. Чё, затанчить нет хз. Левую танчишь, короче, белую берешь. Пусть состязания начнутся!
Так, бери белую протопал. Хильте сильнее протопала этого. Протопал, ты тут? Так, что у тебя там ГС в танке? Пять к, а у этого пала сколько? 5.1, 5.2 почти. А ХП у тебя хоть побольше, нет? Давай спекайся. Стоит, блядь. Он пришел. Протопал, а че ты черную взял? Где белую бери? Сик. Все, пухляк, вместе с ним стой там. Тоже белую возьми. Страхуйте. Все, поехали. Нужно подойти поближе. Во имя темного повелителя. Во имя короля Лича. Вы умрете. Тончите свою вальку у черного портала. Лол, да не у того, блядь. Который к коду ближе. Ничего не меняет. Ничего вы там, блядь. Смотри, стаки стакаются нормально, да? Нормально бьем. Сомневаешься в могуществе Орды, паладин? Мы примем любой вызов! Так, давайте трофей. Рольте. Король Лич понес тяжелую... Талюс. Сок. Мы проявили себя как бесстрашные герои Серебряного Авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели Ледяной Короны и разнесем в клочья остатки плети. Нет такого испытания, которое мы бы не могли так, пройти дальше. Сообща. Будет тебе такое испытание. Артас, нас гораздо больше. Сложи ледяную скорбь. Так, ролик. Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Так, как туголы. Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Души твоих павших чемпионов будут... Каждый их уносит брешки. Вот это надо кому-то или нет? Ну, давай, это... Подбегай к жуку обменную.
Обмен дан. Протополоснус. Протовари, будь, пухляк. Ты в танке же сейчас, да? Палу, поможешь под босса водить. Три первых. Пока. Нет, попало. Так, ВВ, Мудвей. Так. Магистра. Что ждем такого? Славик, ты здесь? Вылетел, наверное. Так, тут отвлекли. А, кто там был? Мудвейн и третий по роллу. Скажите мне на этот, на сферу. Маг. Магистраль. Так, сейчас. Вот эта шляпа нужна кому-то? Кидайте ролл, если нужна. Кант какой-то говорил, не? Так, Талиус. Кольцо. Никому не надо, да? Продаю. Тапки. Азалор, обмен кидай. На тапки ты кинул, да? Или на кольцо? Да не, на кольцо. Ловкость. Что тебе? Кольцо? Да, да, кольцо. Не спите там. Так, Костелло. Кожаная, нахуя тебе, Хант? Ты что, кожаные тапки хочешь увести у пацанов? Давай я лучше отдам пацанам, которые кожу носят. Так, Врекист это кто? На кота ролишь, писал? На мишку. Так. Так, Талиус, вторую шмотку не дам, у тебя одна пока есть. Дам на мишку тому пацану. Где ты, блядь? Стой на месте. Никто на других не ролит.
Каждый на себя ролит. Вы тут, блядь, не фулбисные пришли. Бригантина нужна кому-то? Так. Ну. Блядь. Кинжал надо кому-то? Ладно, давай, нам на распыл. Два раза по 16. Так, Талиус. Кто ты? Где ты? Все, короче, на тебе третью шмотку на распыл. Так, чек на пул. Кто там вылетел? Протопал, да? Ну и заебись. Протовар соло затанчишь, да? За выбором шел, пацан, по-любому. Все, блядь, начинаем. Это место станет вашей, мать, не бай. Он об этом не писал. Трэш бьете в обязательном порядке, по боссу и бьете. Если будет зарываться, ну просто, блядь, на удачу, на. Как убьете, так и убьете, да. Не убьете, сразу разойдемся. Не буду, блядь, объяснять, что бить надо трэш. Копался трэш, охуенно бил, трэш не знаю. Так, желающие сейчас пойти в РС обычку, там оставайтесь. Крис, где люди будут? Буду сидеть, ждать и молиться, чтобы кто-то зашел там с гильдии. Сколько там есть людей, столько и плюсую. Давайте по трэшу сыграем. Рост может. Правда. Так, давайте, знаете как. Босс. Давайте, Рос. Босс. Отводи трэш в сторону, варп. Ну, без разницы где, просто когда они каст будут. Если они кастуют здесь, просто волну дашь. Дилка не держите трогай, танков. Потому что уклоняюсь сейчас. Рейд сильно не хилите, держите танков на фул, там и метки подхиливайте.
Так, сейчас разруливаем вещи. Рецепт ролим все на продажу. Забирай себе. Так он, блядь, 500 раз кинул ролл, блядь. Да, это, корольте. Так, погоди, кто выше на этот трофей? А кто уголы, что ли? А, ты на трофей 87, но кто уголы тебе передаст? О, блядь. Сферу рольте. Так, это надо кому-то? Давай мы же по боежкам пройдемся сперва. Я уже разрушил. А, уже все? Там какая-то шея была или что там, кольцо было. Кольцо было. Рецептов нет тоже больше, да? Один был всего с набором. Всем спасибо. Так, пояс надо кому-то. Так, в арте зачем? Блядь, тебя на распыл или на чего уродите? Так. Так, если кто-то хочет в РС обычку, сейчас пойдем. А в РС-то скольки ГС? 5,5. Так, на ИП кто-то перезаходит? Хмели, зачем ты леваешь-то спать? Вот ГЭШ. Кто там рыгает? Да не рыгает. Не получается это. Ты Мелисунел или внул, да? Ему не начислил я. Так, кто еще в РС? Ну, чат открывать.
А, тут без вариантов, он там целка сидит. Чё, Верткест, тебе ясно? Что ясно тебе? Не знаю, про что ты мне написал. Ясно, точка. Что это значит? Мне не ясно ничего. Давай попробуем. Что-то шаманов хоть жопой жил. Элимов, блять, развелось. Смотри, сколько нахуясь. Так, давайте, кто там еще в РС-ку? Три РШАМа уже у меня, два Элима, блядь. Еще у кого шама? Сейчас, не зайду кем. Павел. У меня эрдру кинуть, если нужно. У тебя эрдру есть? Да, и гораздо лучше одета, чем сова на самом деле. Ну, тогда давай хиль. Там вот углы все равно, ну, будет пробовать первый раз. Раскидывай, две было, да? Не знаю. Посмотрим по настроению. Если вы херенный рейд, если убьете все четко. Возможно, две. Как кес, это кто? ШП. 5,5. Кажется, вас было больше.